Вторую теплицу мы демонтировали, унесли за забор. Начался монтаж новой теплицы. Была арочная, будет павильон. Идет процесс сборки бруса. Сейчас на нем начнем строить каркас. Каркас теплицы мы построили, обшили уже стены поликом, начали крыть крышу после установки переливов. В крыше будет у нас фрамуга. После крыши начнем обшивать двери. Начался у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 2,5 на 4 на месте старой теплицы, которую мы демонтировали. Идем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны на термоприводе, с другой стороны без термопривода. Есть система подвязки, подвинитки на каждую сторону и коньковая фрамуга на термоприводах также. Каркас теплицы сделан с профильной трубы, стойки 40 на 40, арки 20 на 40, арки в виде ферм. Стоит каркас покрашен полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. 4 мм поликарбонат у нас, все торцы защищены торцевым профилем, периметр вот такой вот прижимной уголок, а сверху резиновый торцевой уплотнитель. Вот такая отличная теплица павильон у нас получилась, а у меня на этом все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и всем пока.